Gənclik komandası və ulduz məşqçisi Səməndər Zayev. Gəlin onların profiline baxaq. Bax uşaqlar, bu gün əmək qutsaq, oyundan sonra geri yiyib bitməyə. Ahəri! Oradan qızlarımızdan, hə? Ahəri! Şot da sizdi. Olmaz la, yekə kişisən. Necə ya, yaxşı, çox qızlar sizdi. Hə, nə oldu, bu hər şey mənli idi, belə şey yox, gözlə dedi. Добрый вечер, друзья. Как ваше настроение? Отлично, отлично, супер. Сізе фестивал заманы 3 мәшчі аяға қалды. Сіз кіме миннәттарық білдірерсіз? Миннәттарымызды білдірер Азербайджан Дәулет İqtisad Университетінің ректоры Әдалет Мұрадова. Әла, мөхтәшәм. Сізе уғурлар сәхнәдә. Çox sağ ol. Юмек тәкдим едер. Дамы и господа, сегодня перед вами самая крутая команда лиги. И наш тренер некий Саманда... И сегодня я уверен, что мы обязательно пройдем финал. Ведь мы сегодня очень сильно готовились к этому. Мы день и ночь репетируем... Друзья, чуть не забыл, с нами на эту игру приехал сам министр по гостеприимству и застолью города Баку Саманда Арзаев! Летит наш самолет прямо в облака. Вы что, офигели что ли? А? Зачем вы меня не объявляете? Ты что, поезд Баку-Астана, что тебя объявлять? Кстати, кстати, у нас есть просьба руководству Лиги Смеха. У нас возврат! О, возврат! Сап башын гедип, Цави! Булай не дилле! Алнам аллар, гери гайтмар. А не сиян гайтарлды. А я не понимаю, да что вас не устраивает? Я тоже так крутой. Да? Точно? Конечно. Сейчас проверим. Давай. Да. Итак, первый вопрос. Встретиться с девушкой или бухать с пацанами? Бухать с пацанами, конечно. А встретиться с девушкой, с которой можно еще побухать. Шахсус, бельмясис. Повезло, сойдет. Да? Второй вопрос. Что вы слушаете? Я слушаю рэп, рок. А ты? Я слушаю маму, папу, а потом уже рэп-рок. Неплохо, неплохо. Да. Конечно. Я тоже так делаю. А? Третий вопрос. В автобус войдет бабушка, что вы будете делать? Я буду сидеть дальше. Ой, ты крутой. Он не крутой, он беспонтовый. Крутой. Парни, ну на самом деле он реально беспонтовый, да. Тамиз, а во-вторых, он реально крут, его нужно по-любому брать. Ты в нашей команде, все, красавчик. Прям, давай тогда заодно меняем номер, покажем. А если потом можно меняем, потом за кулисы. А здесь окна. Груз вам. Случай на дороге. Аз гель. Сахла. Гагаш, гель отур. А, сам Бехрам Мэлим. Сам. Deyirəm, siz gedin, birdən balnitsəyə çatdırmalıq, arvat doğar. Sizinlə maşında nə oldu, bütün Bakı bilir. Mənə lazımdır, sağ ol, gəl. Сэр Лэнслорд, защищайтесь именем короля. Это вы защищаете, сэр Лэнслорд. Ваша голова упадет с плеч во имя Англии. Ах, да. Ахэри.
Чё, пацаны, скучно, да, в тюрьме? А да, я не говори, ещё 4 года тут сидеть. Саванна! По-братски прям. По-братски уже цок ол, я рэби. Дорогие зрители, отец решил подарить сыну на день рождения куртку. Это последний айфон, да? Я угадал, последний айфон, да, точно? Нет. Galaxy, да? Galaxy, точно, я угадал. Galaxy 100%. Нет. Xiaomi, что ли? Xiaomi, да-да-да, Xiaomi. Нет, это куртка. Алло? Привет! Не работает. Айдар Роти снова айфон подарил. Алло, Марат, мне айфон не подарили. Саванда, ай, Саванда. Да, бында, так улица. Да, салагаш. Итак, давайте представим. Случай во дворе. Севгелим, севгелим. Так у нас в Баку любимую зовут. Салам алейкум, кореш. Салам алейкум. Sevgilim neçənci mərtəbədə qalır? 8. Çıx klişəyə, oradan oxu yaxındır da, qaqaş. Mən 3-də qalam, baş beynim yeyib evdə. Eh, yava, yaxşı yox. Sevgili. Перед дверью начальника ЖЭКа. Я сейчас зайду и спрошу, почему счетчики поставили новые, а считают воду по-старому. А я про свет спрошу. У нас же год в подъезде свет не горит. Пунальщики. Кошмар, я ощущать. Кто последний? Дэнни Трехо. Что Дэнни Трехо? Последний, кого я видел с мачете в руках, это Дэнни Трехо. А? Я пройду? Да, конечно. А вы зачем пришли сюда? А у нас ЖЭК счетчик поставил, не работает. А у нас ЖЭК свет уже год не дает. А у вас ЖЭК, я так понимаю, мать похитил? Нет. А-а-а, вам так тарифы подняли? Нет. Следующий. Я пойду? Да, конечно. Да, конечно. Он с мачете был или мне так показалось? Тебе не показалось. Сабина ханум, это вам. А, это подарок. И это тоже. И это тоже. И это тоже. Ребята, я точно знаю, что нужно сделать, чтобы вас взяли в финал. Да ладно. Конечно. Серьезно? Да, я знаю, кто сидит в жюри. И кто? Я знаю, как Алекпер Мальмы подкупить, да, понимаете? Бомбочками. Финал дает. Hazırsan kardeş? Ne kadar? Привет! Денег сейчас нет, но есть прикол. Положи в чемодан 100 манат. Серьезно? У Затма. Привет. Денег сейчас нет, но есть прикол. Так, Самандар, успокойтесь. Поднимитесь на сцену. Мы а сами разберемся. Я хочу, зато меня юзли голова отчетли. Команда «Гэнждик». Самандар Рзаев и стольник Алекпер Алиева. Спасибо.